Рубинга, безусловно, есть. Каким будет Рубин без Леонида Слуцкого, в частности. Ну вот, на трибунах, как можно заметить, не многолюдно. Связано это, безусловно, с погодой. Сергей Томаров тоже в критический момент впервые возглавил футбольный клуб УФА. И тогда УФЕ удалось спастись в борьбе за выживание. Возможно, будет прямая подача, судя по тому, какой разбег берет Данила Емельянов. Да, все так. Некому сейчас делать пас. Хорошая подача, получилась. Ортис бьет. И мяч пролетает недалеко от штанги ворот Юридику. И УФА впадает в зависимость от действий колумбийца. И вот сейчас какой отскок. Ортис играет в одно касание на Темникова. И мяч в воротах. УФА открывает счет на 16-й минуте. Иван Темников. Мяч забивает ворота Юрия Дюбина. Ну вот это ждались мы голов противостояния УФы и Рубина в этом сезоне. И еще одна попытка Кабатова создать какую-то угрозу. Удар по воротам, и на леточке великолепно играет Иван Тукушки. Отмечаем 30-я минута. Ну и вот эта самая атака, передача и нет положения вне игры. Нет положения вне игры у Лисаковича. И Виталий Лисакович сравнивает счет. Не удается УФЕ вновь уйти на перерыв, ведя в счете. Ну, а Лисакович в очередной раз огорчает УФУ в этом сезоне. УФЕ он уже забивал. Подача в штрафную. О, Темников. Убирает Зотова на замахе. Еще одна подача. И здесь Дюпин вышел. Своевременно там столкновение неприятное произошло. Вратарем и игроком УФУ. И Дюпин получил повреждение. Уходит от Темникова, уходит от Карпа, от всех уходит, бьет. Хороший, хороший проход Ильи Самошникова. Ну и удачное действие голкипера. Телеп Ушахин тоже высокорослый футболист. Подача следует, момент, удар! Юрий Дюпин. Здорово играет голкипер Рубина. Ну вот акцентированный удар. Ушахин выводит мяч из-за боковой линии. Эгош Косинтура. Сентура прошла, передача на Голубева. Голубев дальше на Темникова. Темников простреливает. Что, еще один угловой? Очередной угловой. Поэтому показатели УФА далеко впереди в этом матче. Да, и из них одна вынуждена. Если игроки находятся на поле, то там они, конечно, лучше разогретый момент. Сейчас требуют пенальти игроки Рубина. Но показывают себе, что удар от ворот. Зотов, который восстановился после того эпизода, штрафной. И удар Виталия Лисаковича. Делает дубль. Белорусский форвард головой отправляет мяч в ворота УФы на 85-й минуте. Что, будет штрафной? Нет. Нет, все. Не будет никакого штрафного. А финальный свисток арбитра. И Рубин одерживает выездную победу над УФой.